А кто проезжал здесь и знает, где это находится? Да, совершенно верно. Это уже стройгородок. Там наша Гаспро. И отсюда же, конечно же, прекрасный, обалденный вид. Гляньте, на море сегодня штиль. Ой, вода ровненько. Надеюсь, низовки нет, волн нет. Что мы отсюда видим? Парус мы видим отсюда. Кстати, вот эти новые ЖК «Ласточкино». С них вид тоже обалденный, ребят. Там, кстати, до сих пор продаются квартиры, еще есть свободные. Поняли, да? Вот санаторий «Парус». Ласточку отсюда не совсем видно. Сейчас попробую сфокусировать ее. Вот она, «Ласточкино гнездо». И вы прикиньте, какой из тех домов вид. Класс. Тишина на улице. Вы же знаете, что цикады живут под землей и выползают один раз в году на неделю или на две, чтобы размножиться, начинают орать. И они выползают в самую жару. Обычно это происходило раньше в июле. Кыца, ты цикад ловишь? Цикады в этом году выползли раньше. Лето жаркое, весна была ранняя. Там вдалеке виднеется Алупка Семиист. В общем, цикады уже есть. И виднеется, гляньте, вон кусочек вершины горы Айпетри. Теплое, раннее, спокойное, солнечное утро. На море можно идти купаться легко. Видите полоски? Это теплое течение идет. Штиль, как вы сами видите на море. Выходные. Слушайте. А не пора ли вам в Крым? Я тоже так думаю. Приезжайте. Мира всем.